Так, слушайте, они-то меньше всего должны радоваться. И вы тоже, между прочим. Вы знаете, мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Казалось до сих пор. Потому что ведь всегда нужно что-то обещать. И причем нужно обещать столько, даже не столько, а нужно обещать больше, чем твои конкуренты, чтобы выглядеть более успешно. Так? Я, конечно, голосовал за Путина, дело. Мы знаем, что он старается. Не зря мы находимся на проспекте Путина, дело. Очень приятно, что он победил. И будем надеяться, что все изменится в лучшую сторону. Мои знакомые все проголосовали за Путина. Рамзан Ахматович, мы хотим за его благородные действия в отношении наших руководителей Российской Федерации, Путиным и так далее, что они приводят народ к мирному, как говорится, созиданию. Мы будем работать честно и напряженно. Мы добьемся успехов. И мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Гражданин Российской Федерации, и я пойду на выборы. Я пойду на выборы. Я дам голос за человека, которого считаю лучшим. И всех вас призываю пойти на выборы, потому что нам нужно сильное государство и сильный правитель. Я пойду на выборы, потому что мне не безразлично наше государство. Мне не безразлична судьба моего государства. Я пойду на выборы. Я пойду на выборы, потому что нам нужна сильная Россия.